получается, играть не очень это слишком маленькая амплитуда, достаточно опасно. Больновато? Нет, не больновато, но может быть резкий рывок, не на разный вес рассчитан, не на разный рост, может немножко спину повредить позвоночник. Там что ребята делают, ну не факт, что грамотно под каждого рассчитают. Как прыгнешь, так и прыгнешь. Да. Прыгнешь топором и получишь по спине. Ну инструктаж, потому что он... Нет, понимаешь, люди хватаются за веревку, за трос. Я понимаю, что она ждет потом. Да, люди головой об нее чиркают. Да, вот сейчас хорошо все. Нас жестче принимает. Нас жестче принимает. Нас принимает за метр, короче. Экстрим такой.